Добрый день, друзья! С вами Ольга на своем канале «Садовые развлечения». Начало октября, и мы вот решили заполнить пустующий участок на нашем садовом участке малиной ремонтантной Красной Гвардии. Для этого, конечно, пересмотрели целую кучу роликов в интернете, как правильно ее посадить. И вот пришли вот к такому очень модному, модной посадки на сегодняшний день малины. Итак, мы вырыли туннель, траншею, где-то два штыка, полтора-два штыка лопаты. На дно этой туннели мы положили сухую траву от цветов, которая вот у нас осталась, перегной и утрамбовали. Вот такой интересный очень метод посадки малины. То есть вот эта вот перегнившая трава, которая находится в туннеле, она в течение 5 лет будет обеспечивать малину всеми полезными, как говорится, веществами. Ну вот сейчас мы, у меня муж мой помогает делать. Покажи, вот как мы утрамбовываем, Вов. Вот так вот мы утрамбовываем вначале траву перед тем, как засыпать землей. Потом сверху мы засыпаем ее, вот эту траншею, разравниваем. И потом вот эту землю тоже утрамбовываем. Просто буквально... Нет, вот так вот длину. Вов, сделай ноги. Да, вот так вот. Туда-сюда, туда-сюда. Получается вот такая вот луночка. Обязательно нужно утрамбовать. Конечно, желательно малину сажать на южной стороне, чтобы было много солнца. Но у нас, к сожалению, место вот на северной стороне. Но солнце и с утра немножко бывает. После обеда здесь солнышко. И вот так вот мы посадили ремонтантную малину. Красная Гвардия. Сорт я покупала в наших магазинах садовых. В частности, в Царь-саде 2 года назад. Вот мы ее развели. У нас вот уже такое количество поросли она дала. Малина считается чуть ли не на первом месте, как мы тут сейчас читаем по интернету. Ну, поживем, увидим. Говорят, крупная, вкусная, сладкая, дает два урожая в год. Тем не менее, вот мы потом выкопали лунку. Давайте вместе с вами я покажу, как я это делаю. Помощник мой ушел. Так, вот делается вот такая вот луночка небольшая. На дно кладется суперфосфат и кальциевая селитра. Потом мы кладем еще золу на дно этой ямки. Сейчас быстренько принесем эту золу. Тут недалеко не подготовились. Такая небольшая лунка делается для посадки малины. Дальше кладется немножко перегноя этого коровика или лучше коровика. Вот, Вов, в ведре же он есть. Угу. Сейчас покажем, как мы полностью сажаем эту малину нашу. От начала до конца. Чуть-чуть коровика. Перемешиваем это все, чтобы корни не сгорели. Угу. Делаем лунку и сажаем поглубже чуть-чуть. Еще поглубже. То есть еще поглубже. То есть нужно так посадить, как малина у нас была на сегодняшний день. Вот.
и засыпаем. Сильно углублять не нужно. Вот так вот. Посадили. И обязательно потом полили водичкой. Так вот. Сейчас октябрь месяц. Она успеет приняться. И затем, после того, как мы ее посадили, вот там рядочек, получились вот такие вот возвышенность. Такая возвышенность. Расстояние между малиной где-то получилось у нас 1,20 м. Расстояние между кустиками где-то 50 сантиметров. Вот так вот. Получилась такая как бы грядочка вот такая хорошенькая. Ну. И сейчас... Во, принеси, пожалуйста, секатор. И сейчас нужно перед тем, как ее отпустить, эту малину на зиму, ее обрезать все макушечки. Ну, вот такой вот интересный способ посадки малины ремонтантной мы нашли в интернете и применили на своем садовом участке. Еще раз напомню, что сделали вот такую вот канавку. Вот она. Посадили прямо недалеко от дома. Как раз у нас был свободный участок. Получается два рядочка. Таких вот. Так вот. Малинка. Ну и в конце нужно ее вот так вот обрезать. Так вот. На таком расстоянии, чтобы ей было полегче прижиться. Ну все, всем удачи по посадке малины. Сажайте и выращивайте вместе с нами по такому способу. Всем удачи, до скорых встреч!